Кабалу изучают только евреи, соблюдающие заповеди и законы, соблюдающие субботу, люди благочестивые, люди, которым исполнилось 40 лет. Почему 40 лет? Потому что когда ты соприкасаешься вот с этими тайнами, то велика вероятность того, что просто твой разум не выдержит, и ты можешь сойти с ума, а после 40 лет ты уже оставил после себя потомство. Ну и сошел с ума, ну, детки, продолжат твое дело. Вот поэтому только мужчины, только старше 40 лет. Остальное все это уже никакого отношения не имеет к Кабале. Не буду имен называть, и в Израиле есть такая секта каббалистов, возглавляет ее очень известный человек, против которого наши раввины выступают. И это действительно секта самая настоящая. Попав туда, ты с большим трудом оттуда можешь выбраться, семьи рушатся. В общем, очень неприятная ситуация, но ничего с этим поделать нельзя. Есть такая вот секта каббалистов здесь у нас. Ну а в старом городе Цфат, там очень много религиозных ортодоксальных евреев, которые в своих маленьких школах, школа такая называется Ешива, вот они изучают эти тайные сакральные знания.